А сейчас в Пекин. Рекордно долгие морозы установились в Пекине. Волна холодов стала самой длительной за всю историю наблюдений с 1951 года. Сильные морозы и снегопады накрыли столицу Китая. Такая погода в регионе держалась больше 12 суток подряд, заставив работать на пределе возможностей коммунальные службы. В нескольких регионах возникли перебои в подаче тепла и электроэнергии из-за аварий. Суровые температуры также затруднили спасательные работы после землетрясения, произошедшего в этом месяце на северо-западе границы Ганьсу, провинции Ганьсу.